Вечерний променад теперь у курортников Лао традиция, ведь есть где погулять по набережной. Красивые фонари, удобные скамейки с видом на горизонт, даже привет из советского детства, питьевой фонтанчик. Сейчас пляж по праву считается одним из лучших в Лазаревском районе. Здесь ежедневно отдыхают не менее 10 тысяч человек. После реконструкции мощенная набережная стала шире на 5 метров. Магазинчики и кафе приведены к единому архитектурному облику. Раньше их хозяева не сильно заботились о благоустройстве своих объектов, так как каждый шторм оставлял на павильонах следы. Сейчас же волна Отбойник надежно защищает набережную, но работы здесь еще не окончены. Первый этап – это непосредственно обустройство набережной, строительство волноотбойной стены, прокладывание коммуникаций, брусчатка, балясины и благоустройство галечной части. В следующем году, это уже следующий этап, это непосредственно отсыпка пляжной территории для того, чтобы довести ее ширину до 50 метров. Активно к процессу восстановления набережной подключились и арендаторы пляжа, и владельцы торговых точек. Решили, если работать, то в достойных условиях. Основные средства – это порядка 35 миллионов на проектирование и строительство волноотбойной стены по поручению главы Сочи были выделены из городского бюджета. Остальные работы по благоустройству, коммуникации, брусчатка, балясины были выполнены за счет местных предпринимателей. Ради общего дела они вложили в общей сложности 20 миллионов рублей. Выросли на этом пляже. Не хотим, чтобы у нас пляж как-то отличался от других пляжей города, чтобы людям нравилось приезжать к нам. Именно поэтому глава Сочи не раз призывал отдавать предпочтение именно местным предпринимателям. Они в первую очередь заинтересованы в развитии своего бизнеса. Тем более, что им здесь жить и работать, их труд оценят соседи и родственники. А вот туристы оценку новому пляжу уже поставили. Более того, его они готовы рекомендовать друзьям. Сначала сюда приехала в гости, а потом уже мне место очень понравилось, осталось приезжать отдыхать. Приезжаю не только я сюда, со своими близкими, родными. Причем по моей рекомендации, потому что место очень хорошее именно для семейных. Людей приезжают, отдыхают, оно спокойно, море шикарное, отношения, сервис очень хороший. А мы пользуемся вот лежаками под навесом с ребенком, нам очень нравится. Мы в разных местах были, здесь хорошо, люди хорошие, цены нормальные, море теплое. В целом за 3 летних месяца в Сочи планируют принять 4 миллиона гостей. При таком наплыве туристов важен каждый пляж. Глава курорта в начале сезона отметил, везде должен быть проведен полный комплекс работ, установлено качественное оборудование. А если территория взята в аренду у муниципалитета, то на галечную полосу обязаны обеспечить свободный проход. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.